Добрый вечер, друзья. Пишитесь, пожалуйста, всем ли мне слышно, все ли окей, не шиплю, не гремлю и тому подобное. Сейчас я могу, конечно, немного пошуметь, шуршать. Его камера моя капризничает. Итак, сегодня у нас такой вступительный вебинар для людей, которые решили связать свою дальнейшую интересную жизнь с версткой, версткой сайтов. Меня зовут Ксения. Давайте наше с вами общение построим так, что я немножко расскажу о себе, чтобы вы имели представление о том, с кем вы общаетесь, да, чтобы вы понимали, какой у меня опыт, чтобы было гораздо интереснее. И вы понимали, что за человек с вами общается. Итак, у меня, скажу сразу, не техническое образование. Для тех людей, кто считает, что верстальщиками и программистами могут быть только люди с техническим образованием, я, наверное, не понравлюсь, но я считаю, что верстальщиками и программистами могут быть абсолютно любые люди. Это не зависит от образования, это зависит просто от желания, потому что 90% успеха это желание человека что-либо изучить. Где-то лет 7 тому назад я узнала, что такое верстка, что такое HTML, CSS. Тогда начала верстать сайты, собственно, развивалась в этом направлении. И получилось так, что на данный момент я работаю веб-разработчиком достаточно крупной компании. По поводу верстки сайтов. Приходилось изучать все с нуля, собственно, поэтому была выбрана такая тема, с чего начать верстать. Потому что когда я начинала свое шествие, у меня, к сожалению, было не так много людей, которые могли бы мне об этом поведать и сказать, как это сделать правильно и на какие грабли я могу наступить потом. Итак. Основная задача при изучении материала по верстке, изучении языков, для начала вам нужно изучить базис HTML и CSS. Я не буду, наверное, рассказывать, что такое HTML и CSS. Я так думаю, что вы представляете, что есть HTML, что есть CSS. Наверняка кто-то уже знакомился с этой информацией. Необходимо изучать изначально базис. Это именно HTML и CSS, как он есть. То есть не HTML 5, не CSS 3, а именно с самого начала. Потому что это самое важное. И на самом деле эти знания вам во многом пригодятся. Независимо от того, что сейчас технологии будут впереди нас, и постоянно появляется масса нововведений каких-то, но это базис. Например, это может вам понадобиться. Когда вы придете на работу, у вас будет сайт написан далеко не на HTML5, когда вам придется верстать почтовые рассылки, и неважно что. Стандартный набор для начинающего верстальщика – это, как я уже говорила, HTML, CSS, JavaScript. JavaScript в разделе скорее больше понадобится jQuery, потому что сейчас очень много используется это технологии для анимации, для различного рода менюшек, каруселек и прочего-прочего. На самом деле это не сложно, как может показаться изучение JavaScript поначалу. Но на это нужно потратить будет время достаточно много. То есть если, например, у вас нет этого времени, то процесс обучения, процесс познания будет достаточно длительным для вас. Я так смотрю, просто на этом портале уже есть отличные курсы по JavaScript, так что welcome. При верстке сайтов самое основное при хорошем старте – это, безусловно, среда, в которой вы работаете. Потому что если вы будете верстать, например, в допотопных редакторах типа блокнот, я не знаю, может быть, есть, конечно, люди, которым это old school, это нравится, но тем не менее, есть прекрасный редактор кода. Для начала скажу, я им до сих пор пользуюсь, безумно его люблю, теплой и нежной любовью, это Sublime Text. В нем есть такая замечательная фишечка, как Emmet. Поэтому, если вы начинаете с верстки сайтов, очень рекомендую
вам его установить. Да, для веб-разработчика мы можем поговорить о том, что надо. Мне просто напишите. Я просто, к сожалению, не могу по одному вашему имени судить, какой у вас опыт верстки. Про кросс-платформенность обязательно будет. Вот. Давайте тогда для веб-разработчика. Для веб-разработчика вас интересует среда или какие именно знания необходимы для грамотного веб-разработчика для хорошего старта разработки. Обязательно HTML5, CSS 3, соответственно, old school это HTML, CSS, без них никуда. Это JavaScript, причем на достаточно хорошем уровне, нативный JavaScript. Это PHP, потому что так или иначе, сколько я много слышала споров о том, что Python скоро вытеснит PHP, но на данный момент PHP пока что впереди планеты всей. Базис для грамотного программиста. Структура данных, это если вы хотите, я думаю, связать свою жизнь, свою работу больше с таблицами, с аналитикой баз данных и так далее и тому подобное. Я лично в своем опыте SQL запросы и прочее, скажем так, мне не пригождались. У меня базис это HTML, CSS, JavaScript, PHP. Когда-то в далеком прошлом мне даже приходилось изучать C-Sharp и C++. И на нем что-то, потому что у меня было масса времени, было вдохновение, мне хотелось это все изучить, это все было для меня очень круто и интересно. Ну, правда, это мне только помешало, потому что распыляться на самом деле на кучу языков, которые вам нравятся, это тоже не дело. Лучше выбрать одну какую-то стезю и по ней четко идти и быть в этом специалистом. Есть еще такое понятие Т-образные специалисты. Я думаю, оно вам всем знакомо, потому что, насколько мне известно, всеми любимый Андрей Жариков, он уже проводил вебинар, где объяснял, что это такое. ПХП, да, для верстальщика нужен. Сейчас, да. Почему? Потому что, когда вы придете на работу, вы можете столкнуться, не знаю, с тем же самым Битриксом, с чем угодно. Люди пишут на абсолютно разных языках. Вы не знаете, кто до вас работает. Сейчас, например, я работаю очень много с Битриксом. Так у меня как-то исторически сложилось, и там очень много всего на PHP. Очень много. Поэтому в работе с этим движком я очень много узнала на самом деле того, как пишется PHP предыдущими программистами и как не нужно этого делать. Например, обязательно пишите друзья. Когда вы пишете код, комментарии, это очень важно. Это нужно изучить прямо с азов. Вот вы начинаете изучать любой язык, неважно какой, обязательно пишите комментарии. Это не значит, что если там две строчки кода написали, комментарии нет. Но если вы пишете простыню, я не знаю, в 500 строк кода, в 1000 и так далее и тому подобное, комментарий – это хороший тон. Почему? Потому что после вас придет человек, который будет все это разбирать, и это будет тяжело. Даже если вы сами будете через полгода смотреть на этот же код, вам будет на раз-два в нем ориентироваться, если будут соответствующие комментарии. Верстка, да, это не совсем программирование. С верстки все, скажем так, начинается. Потому что так или иначе, при изучении HTML, CSS, базисы верстки, вам просто необходимо будет знать JS, тот же JavaScript и PHP. Может быть, даже PHP в меньшей степени, но JavaScript это хороший тон. То есть три вот этих столпа это must have. Можно ли заменить Java и PHP? Ну, все зависит от проекта, на котором вы работаете, от требований, от условий и так далее и тому подобное. От верстки до фронтенда недалеко. Почему? Потому что, опять-таки, вы начинаете с HTML, CSS и заканчиваете тем, что вы изучаете JavaScript. Например, у меня многие друзья не понимают, что о, JavaScript это замечательно. На самом деле он безумно интересный язык. Для некоторых, конечно, да, сложно поначалу, но они втягиваются и вполне успешно
потом связывают свою карьеру с JavaScript-разработкой, работают в компании онлайн-игр и так далее и тому подобное. Так, какие тут еще комментарии? Я не учла. По поводу того, что опять-таки алгоритмы и структуры данных, если вы это все знаете, это отлично. Это плюс к вашим знаниям, плюс к вашему опыту. Я думаю, он сыграет потом очень важную роль в вашем становлении как специалиста. Это отлично. Но, скажем так, не всех на самом деле это интересует, и не все могут обладать такими знаниями. Потому что, опять-таки, говорю, допустим, вот у меня есть такие знакомые, которых ну, в жизни не наградили техническим образованием, им приходилось все изучать с нуля. Есть гении, которые 8 лет отлично кодили и продолжают сейчас это делать тоже в крупных компаниях на хороших должностях с отличным опытом. HTML5, Bootstrap, да. Bootstrap, ну, скажем так, да, я его использую, но есть масса других фишек, которые похожи на Bootstrap. Все зависит от того, что вы хотите добиться. В подобных вещах всегда есть подводные камни. Не надо думать, что Bootstrap, он облегчит вам жизнь, сделает адаптивный сайт и так далее и тому подобное. Нет, всегда будут, были... Есть какие-то подводные камни, с которыми вы будете сталкиваться, потому что сколько не было споров о том, что лучше там выбрать там Skeleton, UIKit, Bootstrap, у всех есть свои плюсы и минусы. Опять-таки, все зависит от того, с чем вы готовы работать, с чем вам надо будет работать и что вы хотите получить в итоге. Препроцессор я предпочитаю сейчас работаю. Да, Reset CSS, кстати, Сергей, спасибо, Reset CSS, на самом деле это очень классная вещь, она обнуляет все стили, на самом деле очень помогает, особенно когда вы, например, верстаете эти длинные лендинги. То есть вы просто Reset CSS, все, он обнуляет все стили изначально, все эти маргины, паддинги, и тогда вы уже подключаете отдельно свой CSS, где пишете все необходимые стили для вашей работы. То есть это тоже на самом деле при верстке лендингов является хорошим тоном. Вот. Node.js для верстальщика... Нет, если именно верстальщик-верстальщик, то нет. Это скорее, если вы хотите углубиться больше в разработку, тогда и Node.js, и Angular, и же с ними, да. Это интересно, это отлично, это вперед, это будет огромным плюсом. Для верстальщика, нет, для верстальщика на самом деле, как такового, очень важно... организовать свою работу, логика, понимание, с чего нужно начать. Потому что очень часто, например, людям дают макет, они такие смотрят на этот макет и сразу начинают верстать. Это плохой подход к работе, потому что изначально, когда вам предоставляется информация по той или иной задаче, вам нужно ее разложить, во-первых, по полочкам. Вам нужно макет разделить мысленно на какие-то определенные блоки, части. То есть из большой задачи сделать много маленьких. Не нужно бросаться, там все делать сразу, прям дали макет, все, сейчас я его там на картинке порежу, все это сохраню в папочку имидж, залью и так далее и тому подобное, начну верстать. Нет, это плохо. Это очень плохо. И такие необдуманные действия потом приведут к очень плохим последствиям на самом деле. Потому что вы поймете, что то, что вы начали делать, это в корне неверно. Вот. Также на самом деле макет, ну не знаю, в последнее время это скорее всего такая некоторая условность, потому что большую часть того, что нарисовано в макете дизайнерами, можно спокойно сделать средствами CSS. То есть я очень, не знаю, редко какие, ну то есть есть какие-то статичные картинки, там логотипы и так далее и тому подобное. И даже сейчас на CSS есть фишки, которые позволяют даже, не знаю, писать логотип, который просто вот буквами писать его с помощью CSS, не делая никаких картинок. Вот. Есть ли какие-нибудь сайты, содержащие задачи с версткой? Да, есть HTML Academy, есть такой замечательный сайт.
Есть HTML Book, всеми любимый старый добрый сайт, с которого также начиналось мое знакомство с версткой. На самом деле там такие задачи, которые изначально могут показаться, ну так, казалось бы, не очень, но тем не менее. Они очень помогают, и я в свое время тоже по ним училась. И, скажем так, опыта они дают так прилично. Да, Code Academy тоже пишет. Да, это отличный на самом деле сайт, это отличный старт. Но задачи сверстка, опять-таки, какие вы имеете в виду? Просто там что-то сверстать блочок, например, на том же самом HTML Academy, это не совсем то, что вам нужно. Да? Если вы хотите верстать сайты, вам непосредственно нужны именно макеты сайтов и работать именно с ними, с этими лендингами и так далее и тому подобное. Потому что это вас научит как бы более правильному, более серьезному, более структурированному. А по поводу кросс-браузерности писал молодой человек, он писал очень-очень уже. Так. Я, к сожалению, не знаю, что он имел в виду, но предположу, что, наверное, имел в виду, какие нынче требования кросс-браузерности. Там не требования кросс-браузерности, они у всех разные. Каждой компании, в которой вы будете работать, каждый заказчик, который вам будет предоставлять требования, все тоже будет абсолютно разное. На самом деле, скажем так, если он скажет верстать под IE 6, 7 и так далее, то бегите. Правда, потому что уже как бы это старье, я так считаю, да, по крайней мере, вот у меня сейчас такой опыт, что под IE 6 и IE 7 верстать, друзья, это зря потерянное время. Чтобы сайт примерно одинаково работал в современных браузерах, ну для этого на самом деле нужно установить все эти браузеры в последних версиях и да, фиксить постоянно, постоянно фиксить. То есть вы, допустим, если у вас какой-то основной браузер, например, тот же самый Google Chrome или Mozilla Firefox, я, например, использую их оба, потому что мне что-то нравится в Google Chrome, в панели разработчика есть что-то у Mozilla, его знаменитый Firebug, который я тоже безумно обожаю, он мне очень помогает. Я обычно верстаю сперва в Chrome, затем проверяю на других сайтах. Соответственно, это в других браузерах. Это не значит, что я сверстаю весь сайт, там разработаю там все анимашки и такая, сразу понесусь проверять других. Нет. Это делается постепенно, чтобы когда вы сверстаете, например, один сайт в одном браузере, вам не надо смотреть в других браузерах, и вы можете просто наткнуться на сюрприз, понять, что там это плохо работает, неадекватно, и вам придется все переделать. Нет. Но так. У меня никаких таких сложностей огромных с современными браузерами не возникает. Благо техника дошла до такого уже уровня, что какие-то серьезные хаки, кроме как, пожалуй, IE, выдумывать не приходится. За исключением, конечно, если вы не предусматриваете при верстке каких-то анимационных безумных вещей, не знаю, тени, закругления, что-то там, я не знаю, что-то там еще. Просто бывают сумасшедшие дизайнерские проекты, дизайнер нарисует обычно, верстальщик как бы, ну, верстает, ему приходится придумать, как это реализовать. За исключением таких, как бы, да. Для верстальщиков, знаете, скажем так, я всегда любила киберфорум. Я изначально там была зарегистрирована, даже когда вот я не работала верстальщиком, когда вот только-только начала, я постоянно сидела там, на самом деле там потрясающе огромное количество информации. Да, там есть люди, которые абсолютно разных профессий, абсолютно в разных языках программирования разбираются. Это реально интересно, особенно если вы развиваетесь как разработчик, вам будет это интересно, потому что по определенной тематике люди будут задавать вопросы, это те же самые задачи, которых меня спрашивали ранее, пожалуйста. То есть человек, он задает задачу, реальный пример, и вы помогаете ему решить. Очень, на самом деле, стимулирует, развивает, вдохновляет. Вы никогда не упадете духом и не скажете, боже, что же мне верстать, я так устал, мне так надоело придумывать и так далее и тому подобное. То есть у вас всегда будут живые примеры, особенно если вы изучаете JavaScript, то это прям кладезь, потому что там есть масса людей, опять-таки, да, которые учатся по специальности, по технические задачи, соответственно, у них такие же.
И для человека, который, например, не имеет технического образования, только начинает изучать определенные языки программирования, это отличная школа. Вот так. Для верстки PHP WebStorm. Да, на самом деле для верстки я использую Sublime Text 2, 3, в зависимости от того, на каком я компьютере. А PHP Storm в последнее время, да, очень часто его использую. Почему? Потому что он у меня завязан на Git, и, конечно, PHP Storm, друзья, это не редактор, это уже целая среда, благодаря которой, если вы работаете с Git, вам очень удобно, комфортно и так далее и тому подобное. То есть весь проект у вас на ладони, структурированный, вы можете его, грубо говоря, видеть в режиме реального времени. Sublime, это какие-то такие задачи. В принципе, я и сайты в нем верстаю, то есть без проблем. Еще есть такой редактор, старенький, очень старенький, это Adobe Dreamweaver. Я его очень тоже часто использую, на самом деле. Он очень интересно построен. Сейчас очень много приходится верстать почтовых рассылок, очень много на них заявок, очень много компаний делают ставку именно на почтовые рассылки, и на самом деле ревью строят таким образом, что вы в нем сразу видите, где ошибки, потому что у него очень строгий синтаксис, вы сразу видите, где пиксель больше, где пиксель вылезает и так далее и тому подобное. То есть вы увидите вот эти блочки, он вам покажет, если вы когда-нибудь работали с ревью, вы поймете, о чем я говорю. Если нет, то я бы рекомендовала вам попробовать. Единственное, что он работает либо под Mac, либо под Windows. Для Linux я его не видела. Он у меня установлен только на работе, потому что в основном я работаю на Linux. То есть у меня дома Linux, у меня на работе Linux, поэтому как-то так. Photoshop знать нужно, но на уровне нарезки макетов и каких-то небольших доработок. Если у вас интерес есть в плане развития себя как дизайнера и верстальщика, или там разработчика дизайнера, это круто, это вам поможет. Блокнот. Но это если вы захотите совсем пожестить, если вам будет скучно, то можете использовать блокнот. Вспомнить, так сказать, старые времена. Ну почему? Некоторые, да, до сих пор в Notepad пишут, на самом деле это не такой плохой редактор, все опять-таки зависит от ваших требований. Если они достаточно небольшие, там какие-то небольшие доработки по контенту и так далее и тому подобное, Notepad не так плох. Просто есть еще такой момент, не все люди знают, как работать с гитом сейчас, да. Не у всех есть опыт, и все страшатся, все не понимают, потому что разработка это постоянно стремящийся вперед технологии. Через косты вайн. Не, ну можно, конечно, но зачем костыли делать, если есть как бы Mac, есть Photoshop? В Photoshop? Ну, есть на самом деле такая вещь, как GIMP. Но не рекомендую вам его использовать, потому что, чтобы изучить, как работает GIMP, наверное, нужно запастись достаточно таким большим пением. Но для нарезки макета, в принципе, его хватает. А по поводу гита, ну, скажем так, если будут заявки на работу с гитом, я только рада, как бы мне наоборот с радостью хочется поделиться, например, тем опытом, который у меня был, там, да, с теми ошибками, которые я сталкивалась в чужих. Прикольно все-таки учиться лучше, чем на своих. Git, ну, Git это система контроля версий. Ну, на Linux переходите из-за Photoshop. На самом деле есть такой выход. Можно просто на компьютер установить две операционные системы и прекрасно ладить, например, и с Linux, и с фотошопом. Вот. Поэтому. Да, кстати, да, есть на Geekbrains курс по Git. Кстати, хороший курс, да. Я вот тоже так. Что делает Git? Как бы это так
устно объяснить. Это система контроля версий, которая позволяет вам, называется, коммитить, то есть в режиме онлайн как бы закреплять ваши требования, сохранять. То есть, например, вы работаете над каким-то проектом, да, вы что-то там сделали, закоммитили, да, то есть как бы застолбили, сохранили эту информацию, потом начали дальше работать. Закоммитили, потом, например, еще раз третий начали раз работать, и что-то пошло не так. То есть благодаря тому, что это, да, это система контроля версий, вы можете откатиться как бы до первого вашего варианта, то есть такой бэкап своеобразный, да, и начать работать, грубо говоря, с того, с чего начали. Это на самом деле устно так достаточно сложно объяснить на практике, если показывать это, например, в терминале, это будет гораздо понятнее, удобнее, потому что там это все как бы визуально можно объяснить. Тенденция в современной верстке – это CSS 3. Это минимум HTML, и все, что по максимуму можете сделать, делайте на CSS. Благо, CSS 3 предоставляет обалденно огромные, потрясающие, невозможно, невероятные, хорошие возможности для того, чтобы минимизировать HTML-разметку. Если вы верстаете сайты, например, если вы сталкиваетесь с тем, что вам необходимо что-то до сих пор сверстать на таблицах, честно, я так и делаю. Почему? Потому что я не люблю придумывать велосипеды, да, то есть есть уже какая-то конструкция, которая на самом деле на дивах займет больше места, больше времени и так далее и тому подобное, то я на самом деле использую таблицы, вот, и таким образом там решаю какие-то определенные задачи, все зависит от сложности, от срочности и так далее и тому подобное. Тенденции в современной верстке, они постоянно меняются на самом деле. Это постоянно нужно держать руку на пульсе новых технологий, новых каких-то фишечек, которые выходят. И обязательно нужна практика. Пожалуй, даже вам не столько нужно следить за тенденциями, сколько понимать как бы базисы. Там строится вся верстка. Те же сами HTML-потоки – это вообще must-have. То есть, если вы хотите верстать в будущем профессионально, если вы хотите быть разработчиком, вам обязательно необходимо, нужно изучить HTML-потоки. Потому что, например, в свое время, когда я начинала, к сожалению, мне об этом никто не сказал. Но когда, о чудо, у меня появился человек, который мне об этом сказал, верстка на самом деле в разы быстрее, в разы лучше стала поддаваться. Нет, дизайн веб-страниц, он не делается верстальщиками самими, он делается дизайнерами, и по макету верстальщики уже делают то, что дизайнер, собственно, показал, какой макет прислал, такое они уже и делают. Через Corel. Да, некоторые еще иллюстратор используют, но на самом деле иллюстратор сейчас очень редко где используется, поэтому в основном Photoshop. Поэтому лучше бросьте все свои силы пока на Photoshop. Практиковаться, брать занятия, задания. Мы выше как раз обсуждали сайты, которые содержат на своих страницах задания для HTML-верстки. Это HTML-бук, Code Academy. HTML-потоки – это потоки, это обобщенное название, это, так скажем, потоки элементов. Все, которые вы верстаете, они находятся либо как бы либо сверху, либо снизу, в зависимости от их вложенности, да, и понимание от того, как это приблизительно как бы в трехмерной конструкции выглядит, вам очень поможет. Например, position absolute, да, то есть, если вы, например, что-то верстаете, 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 когда вы даете элементу position absolute, да, вы как бы поднимаете этот элемент из потока, получается, на самое соответственное, вы ему задаете четкие рамки, да, четкое позиционирование, то есть, ну, приблизительно, чтобы вы понимали, что такое потоки, да. Gulp.
если использовать галп или грант, я использую галп. Мне как-то, не знаю, это так исторически сложилось на проекте, что мне с ним очень нравится, мне с ним комфортно, он компилит все, что мне надо, и быстро, скажем так. Какие функции выполняет HTML и какие CSS сейчас? Но HTML, как и раньше, сейчас создает только, по сути, разметку страницы. Да? То есть вы начинаете верстать HTML, грубо говоря, вы размечаете блоки, в которых должна находиться та или иная информация. Вы распределяете колонки, где какая колонка должна с какой информацией находиться. Грубо говоря, вы задаете жесткий каркас, не знаю, скелет, рыбу, у кого как называют. А благодаря CSS вы уже все это приукрашиваете. То есть делаете бэкграунд, делаете какие-то эффекты и так далее и тому подобное. А благодаря CSS даже сейчас можно заменить местами. И часто я видела, заменяют даже некоторые анимационные штуки, которые сделаны на jQuery, благодаря CSS третьему. Предпочитаю я больше дивы, таблицы это. Таблицы это уже прошлый век, на самом деле. Сейчас единственное, где таблицы очень часто используются, это только при HTML-рассылках. Сейчас верстка идет исключительно на таблицы уже никто не использует, за исключением каких-то, не знаю, странных сложных задачах, которые, ну, собственно, либо долго, либо просто не хочется делать. Битриксе много на самом деле PHP. Больше, чем таблиц. Там нужно хорошо знать PHP. На самом деле не нужно ограничиваться на Битриксе. Если у вас есть возможность практиковаться с другими движками, то это стоит делать обязательно, потому что это развивает ваш кругозор. Вы понимаете, как это все устроено, и так или иначе. Сейчас куча сайтов, они на самом деле на движках, потому что считается, что это намного упрощает работу. То есть есть компании, да, которые специально устанавливают движки, да, чтобы менеджеры там работали в админке, а все остальное доставалось программистам, разработчикам и так далее и тому подобное. Для того, чтобы еще, кстати, успешно развиваться как верстальщик, в дальнейшем отлично, хорошо понимать, как работает, как разрабатывать, как программировать на, например, на JavaScript, который вам необходимо все-таки так или иначе будет изучить. Также вам необходимо понимание страницы документа, то есть DOM-модель. Document Object Model. Вам обязательно нужно знать, чтобы когда вы будете изучать JavaScript, у вас не возникало каких-то проблем при обращении к определенным элементам страницы. Лучше всего изучить как бы все это сначала, чтобы потом не возникало никаких проблем, вы не отчаивались, не ругались и так далее и тому подобное. И писать обязательно, конечно, комментарии, потому что без комментариев JS это как бы очень сложно читается местами. Для PHP редактор, ну смотрите, какой вам на самом деле удобен. Если вы хотите разрабатывать, то на самом деле да, PHP Storm, как говорилось ранее, прекрасная среда для разработки, она удобна, она приятна, там, да, можно настроить любые цветовые схемы, если вам, конечно, хочется и так далее и тому подобное. В принципе, можно воспользоваться обычным редактором. Текстовых редакторов превеликое множество. Вы можете там попробовать с каким-то поработать, вам не понравится и так далее и тому подобное. То есть попробовать какой-то другой путь. Потому что так или иначе, все то, что вам комфортно работать, с какими редакторами вы только путем проб и ошибок познаете. Есть программисты, которые работают там, я не знаю, над созданием порталов на основе SharePoint, например, и они до сих пор пишут на паде. Это мило, им это нравится и CMS-ки. CMS-ки в основном сейчас
Работаю с Битрексом по большей части, это где-то 80%. Раньше были CMS-ки, OpenCart, Joomla, WordPress, Drupal. Какое-то время очень была популярна Joomla, да, с ней приходилось работать. Сейчас больше всего на Битрексе, потому что крупные проекты, крайней мере, судя по моему опыту, они делаются на более серьезных движках, потому что ну, Joomla, сколько мне приходилось с ней работать, это такой лайтовый достаточно движок. Вот, поэтому сейчас 90% это Bittrex. Нажимаете HTML, CSS, убирать все отступы, компиляция и так далее и тому подобное. Ну, есть лес на самом деле для этого всего дела. Если вы работаете над проектом, используете лес, то сжимать CSS, так сказать, это... У вас тогда не возникнет вопросов. Оптимизация подобная нужна для того, чтобы просто занимала меньше места на диске файл. Для этого, собственно, это нужно новый CSS как бы в одну строчку выстраивать, чтобы потом снова его форматировать, чтобы он был красивый и так далее повторять. Ну, это немножко мазохизм. На Битриксе нет, несложно, все зависит от того, какие у вас познания в веб-разработке. Да, 90%, да, к сожалению, да. Или к счастью, не знаю. Раньше было больше, скорее всего, на OpenCart, потому что на OpenCart построено достаточно много на моей практике было интернет-магазинов. С ними приходилось работать, и это, пожалуй, самый милый движок из всеми, которыми я работаю. Да, сейчас 90% на Bittrex. Уже сколько? Уже года 2-3, где-то так. Без HTML, CSS бесполезен? Нет, это не совсем корректное утверждение. На самом деле не так. Я не только про интернет-магазины, есть какие-то там блоги, которые сайты такие одностраничные, которые люди создают. Есть не интернет-магазины, просто я работаю с интернет-магазинами больше, потому что мне интересней. Как правило, заказчики, которые создают интернет-магазин, это отличная практика. Почему? Потому что у них очень часто требуются какие-то разработка чего бы то ни было, да, то есть им не нравится корзина, которая у них там по умолчанию предусмотрена, им нужно что-то другое сделать, да, им не нравится поп-апы, которые сделаны, там им нужно что-то другое постоянно, это какая-то разработка, какое-то изучение чего-то нового и так далее и тому подобное. Это очень здорово на самом деле. Это помогает развиваться, изучать что-то новое. Верстальщик, сколько средне зарабатывает, все зависит от того, какой вы верстальщик. Если вы верстальщик, который начинает карьеру, будьте готовы к тому, что вы не будете зарабатывать большие деньги. Все зависит от вашего уровня подготовки, от того, насколько качественно вы верстаете. Потому что когда вы приходите на собеседование, вас спрашивают, какие проекты вы вели. И, безусловно, когда вы говорите человеку, что вот у меня есть сайт, который я верстал, он, безусловно, нормальный человек, там нормальный руководитель, он, безусловно, заглянет в исходный код. И тогда вы будете чувствовать себя голым, если исходный код написан неграмотно. Если не соблюдено форматирование кода, это раз. Если комментарий, это плюс, приучайте себя к ним сразу, потому что это хороший тон. Вам будет проще, человеку, который будет за вас делать какие-то задачи, пока вы будете в отпуске, неважно, или после вас, ему тоже будет проще, все будут безумно счастливы. В Битриксе не то чтобы слишком много кода, просто там очень много PHP на самом деле, но для практики HTML-верстки отличное начало. Что касается, например, дальнейшего развития своего как верстальщика, помимо потоков, помимо Document Object Model, есть такие очень удобные вещи, например, как Fix. То есть, когда вы начинаете верстать, есть такие моменты, когда вы просто не правы с элемент делся, да? И таким образом, как, например, бордером задать какой-то элемент. На самом деле, бордер это не самая хорошая практика. Почему? Потому что он добавляет лишние пиксели, которые вы потом можете не учесть.
С этим надо быть осторожнее, об этом надо помнить. Но если, тем не менее, вы, например, сперва устраиваете каркас страницы, сперва вы, в принципе, можете сдать блоком background color. И тогда вы поймете, куда этот блок исчез, если он у вас вообще на странице и так далее и тому подобное. Так можете как бы пофиксить таким образом вашу страницу. Я обычно сделаю это бордером, я пытаюсь себя от этого отучить, но пока это для меня это самый удобный фикс ошибок. Опять-таки, я еще работаю с Firefox Firebug, поэтому это зачастую позволяет мне не пользоваться такими методами фиксов. Так что все зависит от того, к чему вы привыкли. То есть некоторые не используют background color, не используют border. Используют, я не знаю, кто-то картинки вместо блока какие-то заливает, кому-то может быть так проще, но на самом деле это не совсем правильно. Что касается, например, картинок, которые используют при создании сайтов, есть такая удобная вещь, называется спрайт. Грубо говоря, это один JPEG, в котором размещены масса маленьких картинок, дабы не использовать много картинок на вашем сайте. То есть у вас есть один спрайт, который помещает там себе лого, стрелочки и прочее, прочее, прочее. И таким образом вы можете обойтись меньше крови. То есть у вас этот файл будет занимать очень мало места. Вы просто позиционируете, как его надо и так далее и тому подобное. Будет вам счастье. То есть вы не будете заполнять лишнее место на диске, там, на сервере и так далее и тому подобное. Ну, по поводу слайдов, вебинаров, Сергей, почему бы вам, например, не попробовать? То есть, если у вас есть то, чем вы можете поделиться, это очень полезно, я думаю, для других будет услышать то, что вы хотите донести до людей. Так что, я думаю, вам надо будет в этом потренироваться. Макет, идея для тренировки своего скилла, чтобы показать работодателю. Если я уже точно не помню, это то ли HTML Академия, то ли Коды Академии. Они, по-моему, одно время рассылали бесплатные макеты для тренировки. В принципе, можно забить в Google, я не знаю, я как бы уже давно не ищу макеты, но на самом деле одно время они делали бесплатную рассылку макетов, для которых можно поверстать. На самом деле, есть еще хорошая практика, даже если у вас есть задача, которую вы сделали, попробуйте сделать ее по-другому. То есть каждым разом вы будете понимать, что вы делаете задачу по-другому. Да, у вас там меньше кода становится, или вы применяете другие какие-то HTML, CSS и так далее и тому подобное. Со временем вы научитесь оптимизировать свой код, быстрее работать над какими-то элементами, которые вам необходимо сделать. Это все отложится у вас по памяти и меньше придется делать запросы в Google. Верстальщик не может считаться полноценным верстальщиком и нормально зарабатывать, зная исключительно HTML и CSS. Верстальщик должен знать JavaScript. Не на уровне разработки, но, по крайней мере, он jQuery, он должен понимать, он должен в нем разбираться, он должен его знать. Есть прекрасные сайты по jQuery, которые на самом деле могут этому обучить. Есть курсы на GeekBrains по JavaScript, которые также вам дадут понимание, которые научат вас этому, но это обязательно нужно знать, потому что без базовых знаний вряд ли у вас что-то получится. Вы будете просто создавать, да, там, рыбу там на какую-то на дивах и так далее и тому подобное, да, вы будете применять красиво CSS. Но так или иначе, любому работодателю в любой работе вам понадобится
JavaScript. Если вы хотите создать полноценный, хорошо работающий сайт, если вы используете движок, в движках очень часто бывают файлы JS. Не часто, они там всегда. Поэтому вам нужно понимать, как это все работает. Вам нужно это знать. Без этого бесполезно. Единственное, что когда вы начинаете это изучать, не надо сразу это все бросать, потому что вам кажется это сложным. И думать, что вы обойдетесь одним HTML и CSS. Это неправда. jQuery, CSS, Bootstrap, не да, понятно. jQuery это библиотека JavaScript. Это, чтобы было более понятно простым языком, это такой облегченный JavaScript. То есть у него, например, масса примеров, когда на jQuery можно написать код, который пишется на нативном, то есть на чистом JavaScript. На jQuery можно написать быстрее. Место это займет в файле меньше, кода будет меньше, и возможностей это предоставит вам больше. То есть вам будет удобнее скорее на jQuery работать, чем на чистом нативном JavaScript. Bootstrap. Bootstrap это, грубо говоря, сетка. Есть Bootstrap, есть UIKit, есть Skeleton. Грубо говоря, они представляют в разметку какие-то элементы, благодаря которым вы можете поднять, построить весь свой сайт, и у вас все будет очень красиво, все очень адаптивно. Но, опять-таки, повторюсь, для того, чтобы использовать Bootstrap, Skeleton, UIKit и прочее, 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 вам нужно понимать, что есть подводные камни. Но модули на JavaScript я не думаю, что вам нужно сразу писать. То есть вам нужно хотя бы понять как бы базис JavaScript, а потом уже можно даже игры на нем писать. Да, ответы на вопросы, да, отвечаю, потому что их очень много поступает. Если у вас есть вопрос, я буду рада его слышать, просто не хочу оставлять людей без ответов. Так, давайте. Да, сейчас я вам ссылки кину, например, на отличный сайт по jQuery, который вам в дальнейшем, в принципе, очень-очень поможет. Он на английском языке, но он интуитивно понятен, думаю, всем будет. Поэтому с ним у вас проблем не должно возникнуть. Оттуда можно будет вам загружать библиотеки, которые вы будете заливать на страницу. Например, есть замечательный вот подобный сайт. Очень часто использую. Он рассказывает обо всех атрибутах, селекторах и так далее и тому подобное, что вам может понадобиться в работе, что вам может понадобиться при задании каких-то динамических элементов. Также в нем есть справочник функций jQuery, то есть все, что душе угодно. jQuery, да, тоже полезно знать, но Алексей, что вы имеете в виду под даже без организационных вопросов? Да, план проведения вебинара есть. Я же опять-таки повторюсь, мне не хочется оставлять людей без ответов. Если у вас есть вопрос, если вы хотите, например, чтобы на что-то было уделено больше внимания, то есть welcome. Началось просто с объяснения того, с чего лучше начать.
Затем люди просто начали задавать вопросы, я, соответственно, на них отвечаю, чтобы не показалось, что я кому-то не ответила, потому что у всех есть какие-то вопросы определенные. Нет, вебинар я провожу не первый раз, но в прошлый раз, скажем так, я проводила видеоконференцию, и вебинар проводить, слыша своих собеседников, это не так просто. А новичкам начать? Давайте начнем заново. Новичкам необходимо начать с изучения базиса. Это HTML, это CSS, не HTML5, не CSS3, а со старого доброго обычного HTML-CSS. То есть с разметки. С разметки дивами, не таблицами. Лучше всего начать с этого. Потихонечку, когда вы уже понатреете HTML, вы его, лучше уже будете знать, как ведут себя дивы. Уже можно тогда потихонечку приступать уже к HTML3, к HTML5 и CSS3. Потому что в HTML5 есть нововведения определенные и CSS3, которые, безусловно, различаются, которые, конечно, да, расширят ваши возможности, но базис вам необходимо будет знать. Также для начала вам необходимо будет изучить это HTML потоки, это поток элементов HTML, для того, чтобы вам было гораздо удобнее ориентироваться в коде, для того, чтобы вы понимали, где какие элементы располагаются, по какой причине тот или иной элемент не позиционируется так, как вам хочется на странице. CSS3 вам обязательно нужно будет изучать. Без этого вы тоже никуда не денетесь, потому что CSS3 сейчас предоставляет безграничные возможности, и благодаря ему вы можете даже местами заменить тот же самый jQuery какой-то скрипт. Вот. Также вы, когда начинаете верстать, обязательно используйте комментарии, если у вас много HTML-кода. Нужно использовать комментарий, чтобы потом просто банально в нем не запутаться. В CSS, в принципе, можете то же самое использовать в CSS, то есть не делайте кашу из своего CSS. То есть, если у вас логически, например, идет там header, content и footer, то же самое, такие же классы вы даете в CSS, то есть, чтобы у вас все шло по порядку. То есть, всегда обязательно возьмите за правило это комментарий форматирования документов HTML, CSS, чтобы все у вас было не по краю, а по правилам форматирования распределено. Для того, чтобы также начать правильно верстать, вам, безусловно, когда вы берете за какую-то работу, за какой-то макет, макет сайта, вам необходимо сперва мысленно разбить как бы его на блоки, то есть понять, с чего начать, то есть понять, какой-то двухколоночный, трехколоночный сайт и так далее и тому подобное. Вам нужно разграничить это все и понять, где что будет находиться. Что вы можете именно, что вам нужно именно вырезать из этого макета, забрать, и что вы можете использовать посредством CSS. Для начала, возможно, вы будете очень много всего, там, каких-то картинок вырезать, нарезать и так далее, фонов и так далее и тому подобное. Но просто если, например, очень хорошая практика, если вы сделали, там, допустим, один макет, вы его там перевешали по-другому. Может быть, сложнее. Там усложнили себе как-то задачу, да, перевешали по-другому, и у вас получится отличный опыт. То есть вы с каждым разом начнете понимать, что верстаете вы по-другому все лучше, лучше, лучше. Вот. Обязательно разбивайте любую большую задачу на маленькие подзадачи. То есть, когда вам дают наверстку лендинг, например, какую-то другую страницу, ваша задача разбить ее на маленькие подзадачи, не паниковать от того, что там это сложная страница и так далее и тому подобное. Вот. Потому что очень часто люди, которым дают макет, да, на моей практике были верстальщики, которым дают макет, они такие, ну что с ним делать, что верстать? Нет. Просто взять, сесть и верстать, это плохо, потому что если вы так сделаете, в процессе работы у вас возникнет масса проблем с вашим кодом.
всплывает масса подводных камней, которых просто сначала не подумали, не продумали. Вот. Безусловно, важно также окружение, в котором вы работаете. То есть все редакторы, которые вы используете. Например, если вы используете Sublime Text, у него есть потрясающая штука Emmet. Да? И там есть какие-то определенные комбинации, благодаря которым вам не нужно, например, писать будет куча списков, куча лишек в HTML-коде. Есть определенные комбинации, которые вы набираете, и вам выстраивается нужная вам конструкция. Это есть на официальном сайте Sublime Text. Вы это там можете посмотреть. Вот. А также, например, чтобы начать верстать Sublime, благодаря Emmet, достаточно просто написать HTML 2.5 и нажать Ctrl-E. У вас выстроится автоматически стандартная рыба HTML5. Все. То есть и вы начинаете верстать. Есть еще, на самом деле, есть какие-то мелкие задачи на верстку, то иногда можно использовать какие-то онлайн-редакторы, тоже, например, сам JSBin. Очень часто приходилось им пользоваться, это удобно, когда еще нужно, например, проверить верстку онлайн, потому что иногда верстка, которую вы делаете локально у себя на компьютере просто, да, она может не совпадать с тем, допустим, если вы вставите в этот редактор. Бывают такие тоже сюрпризы. Обязательно проверяйте всю свою верстку, когда вы делаете ее в браузерах, которые у вас установлены. Это обязательно Google, это Firefox, это Opera, если необходим Internet Explorer, Safari. PDE очень редко сейчас под ранние версии кто-то делает, в основном только под последние. Вот, поэтому я, скажем так, в своей работе редко ориентируюсь на первую, вернее, версию IE. То есть я больше ориентируюсь на последние версии того же самого Google, Firefox и так далее и тому подобное. Вот. Что касается проблем с кросс-браузерностью, как таковых их уже нет. То есть они возникают, да, но это скорее, когда уже будет какая-то разработка, какой-то jQuery и CSS третий, да, есть браузеры, которые не совсем адекватно воспримут ваш код. Но также благодаря инспектору есть панель разработчика, которая вызывается в большинстве браузеров F12. Вы видите исходный код вашей страницы, вы можете по ней ориентироваться, задавать какие-то дополнительные там стили, править, фиксить свой код. Опять-таки, да, как я говорила раньше, если вам нужно пофиксить какой-то блок, какой-то div, там какой-то элемент, вы можете задать ему там background color, например, red, таким образом увидите, где он у вас располагается, и позиционировать его так, как вам нужно, как вам необходимо. Я использую, например, border, но это очень опасная штука, потому что она таки добавляет границы, то есть пиксели вокруг элемента. Это тоже об этом нужно помнить, потому что вы можете сверстать весь макет, у вас все будет красиво. Но когда вы уберете этот бордер, что-то где-то у вас будет не так. Что касается практики Pixel Perfect, 50-50 встречается. То есть, например, я немного верстала под Pixel Perfect. Почему? Потому что бывали макеты, которые делали веб-дизайнеры, они банально просто могут не совпадать с тем, что в итоге получает заказчик уже, что он получает, какой сайт получает в итоге. Вот, потому что, к сожалению, не все дизайнеры сейчас делают макеты, исходя из того, что это для веб-верстки. Большинство дизайнеров просто их рисуют, как бы, да, и все. Вам же приходится адаптировать под те требования, которые выставляет вам заказчик. Коля, HTML это разметка. Это, скажем так, гипертекстовый язык разметки, благодаря которому, на котором вы строите свой сайт.
вы создаете каркас с этим HTML, применяете к нему каскадные таблицы стиля CSS, и таким образом вы получаете сайт, вы получаете элемент, который вам необходим, потому что без CSS добиться результатов, которые вы хотите, вы не сможете. То есть HTML даст вам какую-то просто рыбу, какие-то блоки без жизни и тому подобное. И вам будет очень сложно, невозможно создавать сайты именно на голом HTML. Можно использовать outline. Это линия, это CSS. Border дает вам линию вокруг элемента. То есть, если вы в стилях пропишете, например, такую конструкцию, например, да, применительно к какому-то элементу, у вас ваш элемент, который вы фиксите, который вы хотите исправить, который вы хотите увидеть, который вы по каким-то причинам потеряли, он просто будет высвечиваться красной границей. И вы тогда сможете понять, где он находится, что нужно сделать, чтобы он появился там. Да, кстати, опечатка border 1, 2, 3, там, пиксель solid red, как вам, собственно, угодно будет. На самом деле, border, я как уже говорил, лучше не использовать, лучше пользоваться background color, потому что border, он дает 2 пикселя слева и справа, и, соответственно, сверху и снизу. Все зависит от того, сколько пикселей вы выставляете border. Это не самое удобное, не самый удобный прием для того, чтобы смотреть, как у вас расположены элементы на странице. Так что для того, чтобы лучше их понимать, как я уже говорила ранее, лучше использовать, конечно, знания HTML, об HTML потоках, да, как они располагаются на странице, чтобы понимать, в каком порядке идут, и благодаря каким стилям можно над этими как бы потоками поднять какие-то элементы HTML, вырвать из потока и так далее и тому подобное, чтобы вам было просто проще. На самом деле, еще когда вы верстаете, главное, чтобы вы как бы хорошо ориентировались в своем коде. Опять-таки, комментарии, про которые я говорила выше, это тоже хороший тон при написании CSS и HTML. Их тоже нужно обязательно использовать в своей разработке, в своем, ну, как бы в своем коде. Потому что если вы пишете много HTML, много CSS, вы можете запутаться, или люди, которые будут работать после вас, они также могут не понять, что вы имели в виду. Если вы будете разрабатывать дальше, учиться, например, JavaScript, если вы будете писать какой-то JavaScript код, вы также вам также лучше использовать комментарии для того, чтобы потом лучше ориентироваться в том, что вы написали. Вот. Вопросы какие-то по верстке есть, может быть? По Flexbox, боюсь, вам ничего не подскажу, потому что с ним я не работала.
Если вам нужно поправить какой-то определенный Николай коды, то лучше его разместить в комментариях или на форуме, чтобы его можно было более детально изучить, лицезреть, и, соответственно, там же предоставить вам какой-то комментарий по нему. На GeekBrains есть форум, там ребята, которые зарегистрированы на сайте, могут задавать вопросы, делиться какими-то там своими идеями и так далее и тому подобное. И так, сейчас. Что касается адаптивного дизайна, да, это тоже имеет место быть. Это необходимо знать. Но для начала вам знать, как верстать просто страницу. Для адаптива используются определенные стили файла CSS, которые вам необходимо будет прописывать для того, чтобы фиксить вам сайт или любую верстку, которую вы сделали. Можно использовать Google Chrome. У него есть такой милый плагинчик, который вызывается панель разработчика через F12. И там есть такая иконка в виде мобильного телефона, которая адаптирует как бы вашу страничку под определенный модель телефона. Там есть выбор девайсов, iPhone 4, 5, там Google Nexus и так далее и тому подобное, благодаря которому вы можете тестить свой сайт под разными разрешениями для разных абсолютно девайсов. Как правило, используются в адаптивной верстке, сейчас, по крайней мере, это разрешение обязательно под планшеты. И самое минимальное это 320. То есть там 767, по-моему, сейчас последний, а планшеты 320 это просто минимальное разрешение. Как правило, используются такие, но все зависит опять-таки от требований заказчика. Если он выставляет вам требования, под какие вам необходимо разрешение верстать, соответственно, вы под такие верстаете, и благодаря этому приложению с Google Chrome вы можете протестить свой сайт на адаптивность. Также через панель разработчика вы можете это что-то подправить, да, то, что вам необходимо, и, собственно, успешно закончить верстку своего сайта. Ну, сарказм про то, что уровень верстки поднялся сразу плюс 100. Я, конечно, не вижу этого человека, который это написал. Может быть, это сарказм, но у вас никогда не поднимется, потому что 90% того, что вам придется делать, это вам придется верстать. Поэтому ни один вебинар, как бы вы ни хотели, как бы вы ни желали, не предоставит вам уверенности в том, что вы хорошо верстаете. Поэтому вам нужно садиться, брать ваш любимый редактор, открывать там любимый сайт, с которым вы работаете в качестве настольные книги и начать что-то верстать. Тот же самый HTML-бук, о котором мы говорили ранее. Все языки, которые необходимы верстальщику, да, это HTML, CSS, JS. То есть HTML, CSS, JavaScript, PHP. Да, лучше его, конечно, изучить так или иначе, хотя бы есть по пятибалльной шкале на двоечку, на троечку, чтобы, если вы с ним столкнетесь, для вас это не было сюрпризом. HTML, CSS у вас должен быть всегда на пятерку. Вы должны совершенствоваться в этой среде, если хотите нормально работать верстальщиком. Максимум практики, обязательно HTML 5, CSS 3. И по поводу JavaScript, как я уже говорила ранее, лучше начать с jQuery. То есть, да, не обязательно писать все на таком хардкорном JavaScript. Лучше начать с jQuery, потому что на нем, благодаря нему, можно написать меньше кода. Это будет проще для понимания. Вот, поэтому
А PHP это как хороший бонус. Некоторым верстальщикам лучше потом впоследствии изучить, конечно, и MySQL, и как-то уметь работать с базами данных, но это все очень индивидуально. Все зависит от того, что нужно вам, что нужно заказчику, что нужно вам по работе и так далее и тому подобное. Вам нужен еще обязательно Photoshop. Это на уровне нарезки макетов и какие-то мелкие правки. То есть Photoshop не должен вводить вас в панику. Вы должны основные элементы какие-то так или иначе знать, понимать, применять. Есть еще Adobe Illustrator, но его используют гораздо меньше. Сейчас он только, сколько я могу судить, да, он только-только начинает заменять по SD-мате, и поэтому, если у вас есть время, если у вас желание на будущее, вы можете изучить также и Adobe Illustrator, например. Это будет отличным бонусом. Нет, Mobile First я не использую. Интегратор я не совсем воспринимаю, Алексей. Верстальщик, как бы это верстальщик. Так, вопросы по HTML, CSS, JS, по верстке, а еще какие-нибудь есть? Николай, welcome. Все зависит от лендинга, Сергей, какой дизайн лендинга. Если среднестатистический, то примерно где-то 2-3 дня. Все опять-таки зависит от того, насколько хорошо вы знаете свое дело, насколько хорошо вы знаете CSS, насколько вы знаете HTML, опять-таки, насколько много напичкано всяких примочек в этом лендинге. В среднем рабочих дня 2-3 приблизительно занимает верстка лендинга. На JavaScript, полностью на JavaScript создать сайт я никогда не пробовала, поэтому я вам не подскажу. Не знаю, в связи с чем возник у вас такой вопрос. Если вам хочется попробовать, это можно сделать, но я бы вам этого не рекомендовала, потому что если вы хотите, конечно, совершенствоваться в JavaScript, да, это можно сделать, можно попробовать, можно лучше игры на JavaScript написать. Но сайт... Цепочка строителей сайтов всегда впереди планеты всей идет сперва заказчик, который дает свои требования дизайнеру. Дизайнер воплощает хотелки заказчика в макет по SD,
Сейчас меня слышно? Ну, прошу прощения, да, это действительно камера. Решила со мной поиграться. Итак, продолжаем по поводу того, как макет доходит до верстальщика. То есть через заказчика, сперва заказчик предоставляет свои требования, затем эти требования визуально оформляет дизайнер. Дизайнер передает макет верстальщику, и верстальщик уже делает свое дело. То есть он верстает по PSD-макету сайт, страницу, промо-страницу, рассылку, неважно. Собственно, на этом все и заканчивается. Единственное, что если вы, например, верстаете не просто лендинг, да, какой-то там на высоконагруженном проекте, какие-то страницы, если необходима какая-то доработка со стороны, например, бэкэнд-разработчиков, то ваша сверстанная страница потом уже идет к специалисту, который там должен прикрутить какие-то определенные фишки на нее. Если вы просто верстальщик, если вы не знаете, например, нативного JavaScript там какого-то, который должен быть использован на этой странице, или других каких-то скриптов, которые должны там применяться, если вы плохо знаете PHP, то это может передаваться, соответственно, другому разработчику, который компетентен в этом, который доработает эту страницу в соответствии с предоставленными требованиями. Да, jQuery. Да, Николай прав. На данный момент я по большей части использую jQuery в работе. Больше всего нужен либо нативный JS, то есть нативный JavaScript. Больше всего сейчас необходимо именно jQuery. На данный момент, по крайней мере, в моей работе, потому что очень много сайтов, которые хотят как-то визуально поднять при помощи анимации. И зачастую эта анимация быстрее, проще, качественнее, безусловно, делается на jQuery. Применительно к моему там нынешнему проекту. Насколько кросс-браузерная анимация CSS Франк, вы это имели в виду? Если да, то все зависит от того, какая анимация, все равно нужно тестить. Все зависит от того, какие задачи перед вами поставлены. То есть, если вам, не знаю, нужен алерт с какими-то там красивыми CSS визуальными эффектами, вы это делаете сперва, ну, например, там в Google Chrome браузер, в котором вы работаете, дальше тестите на других и смотрите, как это отображается. Если отображается так, как вам нужно, в этой версии, например, и минус 2 назад, то отлично. Все зависит от анимации. Есть VE вещи на CSS 3, которые там не работают. Очень много на самом деле. Ну, в последней версии, например, я не так много, но минус 1, минус 2 приходилось придумать какие-то хаки, то есть какие-то определенные обманки, которые давали бы визуально то, что необходимо нужно было. Отдельно CSS лист для кросс-браузерности. Нет, не думаю, потому что если у вас есть какой-то проект, если вы, например, вот опять-таки у вас есть какая-то структура файлов, да, есть у вас главная репозитория, главная папка, где хранится вся информация на сайте, да, есть, например, там, я не знаю, ну, раздел, который вы верстаете страницы, например, какие-то промо-страницы. Постоянно для страницы сайта создавать какие-то CSS отдельные листы, я думаю, что это не совсем правильно будет. То есть вы верстаете сайт, когда да, вы создаете и так для него шаблон, каркас, основу, в котором в CSS вы прописываете всю необходимую стилистику для максимально кросс-браузерного отображения на любых
Да. в любых браузерах, которые вам нужны. И на самом деле не совсем хорошим тоном является то, что иногда в некоторых проектах 1500 стайл CSS, которые распиханы также по 1001 папке, максимально как бы структурируйте все эти папки, минимизируйте то, что можете. Не нужно создавать, клонировать это огромное количество CSS. Много файлов для отдельных страниц? Нет, я не думаю. То есть сейчас я не думаю, что это необходимо. Если вам это удобно, да, но я не считаю, что это хорошим тоном. Нужно все зависит от проекта, все зависит от сайта, над которым вы работаете. Есть вещи, например, какие-то типовые, то есть, например, страница там акций, лендинг там какой-то такой более или менее типовой, да, вы для него создаете сперва типовую страницу CSS, прописываете, ну, допустим, сперва какие-то основные классы, которые будут отображаться у вас максимально кросс-браузерно во всех нужных браузерах, да, а потом, когда вы уже создаете какие-то страницы, уже, ну, заливаете каким-то контентом, какие-то новые блоки создаете и так далее, вы просто прописываете это в этом CSS. Если они, опять-таки, если они не меняются каждый раз. Есть, конечно, проекты, на которых это постоянно меняется, тогда, может быть, да, имеет смысл создавать. Но таких проектов не очень много, потому что вся эта информация занимает массу места на сервере. Если, конечно, компания обладает средствами, чтобы держать отдельный большой сервер, то... Что касается, можно ли настроить систему таким образом, чтобы изменения страницы автоматически перегружали ее на локал-хосте? Нет, я так не делала никогда. Максимум, что у меня было, это на одном мониторе, а редактор на втором браузере, который у меня, как обычно, вношу изменения, сохраняю, отображается в браузере. То же самое при работе с PHP Storm. В среде разработки то же самое. То есть вносите изменения в файл, он сохраняется и обязательно нужно обновлять страницу. Что касается плохого тона верстки, это браться за нее сразу, не подумая задачи. То есть, если у вас какая-то задача на верстку, главное, что вы должны сделать, это разбить ее на подзадачи. Это, пожалуй, такое самое основное для начала, чтобы у вас было, ну, более правильным и не возникало никаких сюрпризов. А еще, может быть, какие вопросы будут? Ну, все плагины, которые используют Sublime Text, я бы сам не перечислил. Emmet это как самое основное. Все зависит от того, не знаю, что вы хотите, чем вы работаете. Есть плагины определенные для JS, есть, которые помогают вам ориентироваться лучше в коде.
определенные какие-то плагины. Вам лучше всего посмотреть на официальном сайте Sublime Text плагины, которые есть, понять, что для вас более или менее удобно, что вы хотите использовать в работе. Да, для написания JS там есть отдельные плагины, которые вам помогают лучше ориентироваться в коде. Если вопросов больше нет, тогда предлагаю закончить наш вебинар и на этом сказать.